Десантники у этого рода войск – большая история. Голубые береты всегда демонстрировали свою готовность стоять до последнего и никогда не отступать. Потому каждый год 2 августа в Брест приезжают все те, кто считает себя частью Большого братства, чтобы встретиться, пообщаться и почтить память всех тех, кто погиб, защищая Родину. День десантников в Бресте по уже сложившейся традиции начался в парке воинов-интернационалистов, где военные разных поколений возложили цветы к мемориалу. Реал воинам-афганцам. Здесь собрались десантники совершенно разных возрастов, но все заражены одним духом десантного братства, потому что только вместе мы представляем какую-то силу. И раньше были готовы защищать свое государство, а сейчас тем более. Мы проводим 8-й пробег «Память», посвященная 93-й годовщине воздушно-десантных войск. В этом пробеге участвуют как и молодые бойцы, так и ветераны воздушно-десантных войск. Традицию эту мы ни в коем случае не оставим. И наша основная традиция, наш лозунг – «Никто, кроме нас». После возложения цветов к памятнику и минуты молчания по улицам города над Бугом стартовал уже 8-й по счету пробег «Память», который посвящен Дню десантникам. Восьмикилометровый марш-бросок по маршруту Московская, проспект Республики, Суворова, Жукова. Порядка 100 человек в отличной физической форме принимали участие, ведь каждый из них хотел почтить память всех тех, кто погиб, защищая Родину. Я с детства хотел служить в этих войсках. У меня много родственников, знакомых служили в этих войсках. И то есть поддержать тех, кого нет, и тех, кто уже много служит здесь. То есть это заниматься спортом. Для меня это, во-первых, это мое длинное будет самое расстояние, на которое я пробегу. То есть проверить самого себя, или смогу я. Это мой первый пробег, потому что я на данный момент служу в ССО, то есть в специальных операциях. Для меня это очень много значит, потому что поистине моя страна – это Родина. Впечатления у меня самые наилучшие. Я участвую в данном пробеге для того, чтобы доказать, что силы специальных операций – это самый лучший род войск и почтить память погибших. Завершился пробег «Память» в расположении 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, где военнослужащих и брестчан ждал настоящий праздник.